Что касается дифференциальной диагностики, то первое, что мы будем делать, это, конечно, дифференциально диагностировать разные степени злокачественности образования в пределах одного патогенетического пути. Это, собственно, первый патогенетический путь, это опухоли с низким кумулятивным солярным повреждением, который представляет собой этапность от невуса банального, который как уже было озвучено, тоже проходят определенные этапы эволюции в организме человека по мере взросления через дисплазию низкой степени, дисплазию тяжелой степени, которая эквивалентна меланомен-ситу, до собственно, вертикальной фазы роста поверхностно распространяющиеся меланомы. Этот патогенетический путь собственно, характеризуется наличием ультрафиолетовой сигнатуры, высокой частотой брав мутации и эти образования с точки зрения клиники, локализации возникают на коже, которая подвергается периодической инсоляции, не на коже, которая подвергается хронической инсоляции. И, собственно, основное, с чем мы будем дифференцировать диспластические невусы в силу наличия лентигенозного паттерна роста, сейчас мы об этом поговорим немножечко подробнее, это опухоли, которые развиваются на фоне тяжелого кумулятивного солярного повреждения, развивающиеся на коже, которая подвергается постоянной инсоляции, характеризуются очень тяжелыми Ультрафиолетовыми повреждениями генома, очень высоким количеством точечных мутаций, другим профилем а, генетических перестроек высокой частотой НРАС-мутации и v 600 и брав мутации а также мутации в генах КИТ и nf 1 это, а, собственно, группа а, лентигенозной меланомы. То есть это совершенно другая локация, это другой патогенез. Это, соответственно, другой молекулярный профиль, это другое течение клиническое, другой ответ на а, системную терапию, если мы будем говорить о диссеминированных образованиях. И где находится у нас диспластический невус? Диспластический невус, по определению, находится вот в этом а, окошке, которое а, подразумевает low-grade дисплазию глобально. А, понятное дело, что а, моноцитарное образование – это одна из тех областей, где на сегодняшний день мы прямо говорим о том, что э, мы не живем в категориальном мире, мы находимся в непрерывном континууме, и что даже в пределах вот каждого из отрезков, которые мы определили, мы имеем дело со спектром образований э, разной степени тяжести атипии или дисплазии, если мы будем говорить, о нарастании дисплазии. То же самое касается и диспластического невуса, как мы уже говорили, он на сегодняшний день может быть градирован на low grade и high grade в зависимости от степени цитологической атипии. Но в целом с точки зрения прогноза, с точки зрения клинического течения для индивидуального образования это образование мелкостарное находится ближе к доброкачественным невусам, чем к меланоме. Безусловно, ситуация несколько отличается, если мы будем говорить о спорадическом диспластическом невусном синдроме или наследственном или семейном диспластическом невусном синдроме, но это, пожалуй, наверное, отдельный предмет для разговора, потому что в данном контексте все равно риск для индивидуального образования, он не эквивалентен риску развития меланомы у этого пациента при наличии, собственно, большого количества диспластических невусов. Если мы посмотрим, что нам предлагается в качестве дифференциально-диагностического ряда для диспластического невуса, ну, это простое лентиго, лентигенозный пограничный эунциональный невус, сложный невус, невус с архитектурными нарушениями очень интересная категория, имеет смысл, конечно, на ней остановиться. А также меланома как поверхностно распространяющаяся меланома инситу, так и лентигенозная меланома то есть меланомы из двух соседних патогенетических путей. Если мы будем говорить о простом лентику, то, конечно, на самом деле, как правило, оно не попадает в дифференциальный ряд с точки зрения патолога. В... И отличить его от диспластического невуса не представляет сложности. Тем более, что, как правило, это образование меньшего размера. И они характеризуются исключением повышением плотности юнкциональных меланоцитов. По определению, не должно быть никаких мелноцитарных гнезд. То есть... Э э э это на самом деле вопрос, является ли простой лентиго в ряде случаев вообще клональным процессом. Либо это прям минимальные, самые ранние, начальные пути патогенеза банальных меланоцитарных невусов. И мы видим, что по определению, помимо того, что отсутствуют гнезда меланоцитов, атипия цитологическая либо отсутствует, либо она минимальная. Собственно, для этих образований, как я уже сказала, характерно повышение плотности юнкциональных меланоцитов, она может не достигать того порогового значения, которое определено для диспластического невуса, то есть плотность не, может не превышать плотность резидуальных базальных кератиноцитов, но часто это гиперпигментированное образование, они могут быть неравномерно пигментированы и могут с точки зрения клиники, с точки зрения нечеткости контура, неправильности формы, неравномерности пигментации, конечно, создавать сложности и вызывать беспокойство определенных клиницистов. Если мы посмотрим классификацию, то она обращает внимание на то, что при наличии умеренной или тяжелой цитологической атипии более чем в нескольких меланоцитах, это, собственно, еще одна слабость нынешней классификационной схемы, потому что у нас нет порогового значения в количестве меланоцитов с атипией. То есть мы, если говорим о диспластическом невусе то у нас атипия в той или иной степени должна быть более чем в нескольких меланоцитах. Вот это вот, сколько это несколько, на сегодняшний день не определено. Понятное дело, что определить это ну, крайне сложно, если вообще в принципе возможно, но тем не менее это почва для вариабельности мнений среди специалистов. Так вот, если все-таки более чем в нескольких меланоцитах имеется а, умеренно или тяжелая степень цитологической атипии, то это, конечно, образование не должно классифицироваться как простое лентиго. Это либо атипическая ленти лентиго, либо это а, лентигенозная меланома уже а, на этом этапе. И тот критерий, который позволяет нам выставить этот диагноз, формулировать это заключение, это наличие признаков тяжелого кумулятивного солярного повреждения в виде ластоза дермы. Ну и, соответственно, как правило, это все-таки определенная локализация в коже, которая подвергается хронической инсоляции, то есть это область головы шеи и тыла кистей. Хотя... Сейчас, действительно, как уже упоминалось, в силу того, что люди часто мигрируют, в том числе в регионы с более активным солнцем, и для людей, которые все еще пользуются солярием, либо злоупотребляют загаром, Тяжелое солярное повреждение может встречаться и развиваться и за пределами локаций, традиционно подверженных инсоляции хронической. Следующая, более, собственно, легитимная, пожалуй, дифференциально-диагностическая единица ⁇ это пограничный лентигенозный невус или юнкциональный лентигенозный невус. Это, собственно, опять же, лентигенозное образование. И тут мы с вами сталкиваемся с другой терминологической проблемой. Потому что лентигомалигна или лентигенозная меланома ⁇ это опухоль, которая нозологическая единица, которая имеет определенные критерии и характеризуется отдельным патогенезом. А сам по себе лентигенозный паттерн роста, то есть формирование вот этих вот лент из меланоцитов вдоль эпидермодермального соединения не является ассоциированным с конкретным патогенезом и может встречаться как в опухолях, развивающихся на периодически подвергающейся инсоляции кожи, в акральной коже, в слизистых оболочках мы часто встречаемся именно с лентигенозным паттерном роста. То есть это может быть либо этап развития меланоцитарного образования разного патогенеза, либо один из видов его роста, но не стоит называть лентигенозным невусом, лентигенозной меланомой, те образования, которые не ассоциированы с тяжелым солярным повреждением. То есть необходимо отделить описательную характеристику от нозологической единицы и не использовать этот термин в контексте, который может заставить клинициста в том числе думать о том, что Наличие лентигенозного, роста, лентигенозного паттерна роста ассоциировано именно со вторым патогенезом со вторым путем патогенеза, то есть с а, тяжелым солярным повреждением. То есть в данном контексте лентигенозный это описательная характеристика, это паттерн роста, наличие повышения плотности негнезных юнкциональных меланоцитов. Это одна из характерных особенностей этого типа невусов. При отсутствии признаков архитектурной цитологической атипии они, как правило, имеют меньший размер, меньше 4 мм в микропрепаратах. Это, как правило, симметричные мелоцитарные образования, могут иметь нечеткий контур. Мы видим, опять же, среди критериев это повышение плотности меланоцитов, но здесь есть архитектурная тенденция, которая характерна для банальных невусов. Для них характерно наличие меланоцитов в виде гнезд или в виде отдельных меланоцитов в области верхушек эпидермальных сосочков. Мы видим, что гнезда могут быть разного размера, могут быть плохо сформированы или хорошо сформированы в зависимости от того, какие эволюционные шаги уже это меланцитарное образование прошло к моменту его иссечения. Это отсутствие либо очень слабо выраженная цитологическая атипия. Кроме того, в лентигенозном невусе могут быть архитектурные э, проявления, которые мы встречаем в том числе и в диспластических невусов. Это и удлиненные эпидермальные сосочки, и гиперпигментация, и э, экзоцитоз пигмента, и, возможно, наличие фиброзосочкового слоя дермы, может быть, в разной степени выраженный лимфоцитарный инфильтрат, а также вовлечение придатков и в ряде случаев восходящее распространение меланоцитов до середины шиповатого слоя не выше при отсутствии цитологической типии и, как правило, эти изменения ограничены центральными отделами образования. И вот мы можем видеть, что и увеличение плотности меланоцитов, и вот разного размера пока еще формирующиеся гнезда тяготеют к верхушкам эпидермальных сосочков. То есть увеличение плотности меланоцитов у верхушек стромальных сосочков или дермальных сосочков мы не наблюдаем. Здесь также отдельные меланоциты, либо их плотность значительно ниже плотности базальных кератиноцитов. То есть это... При этом это архитектурно, симметричное, как правило, правильное образование. Но ну, мы понимаем что всегда, мы же не имеем дела с геометрическими или какими-то техническими вещами. То есть, когда мы в патологии, в патологии кожи говорим о том, что образование симметричное, это все равно не значит, что оно идеально симметричное. То есть определенная степень асимметрии она все равно присутствует. Это может быть связано и с особенностями вырезки, и с особенностями ориентации фрагмента. И это, в общем, дополня... добавляет сложности в нашу работу, потому что не всегда возможно четко провести порог между допустимой степенью асимметрии и чрезмерной степенью асимметрии. И это приводит нас к тому, что мы как и во многих других локализациях, должны помимо этого одного параметра учесть все дополнительные параметры, которые у нас есть, и мы всегда выносим суждения или заключения по совокупности имеющихся у нас данных, по совокупности морфологических, клинических, дерматоскопических данных. Поэтому чем больше у нас есть данных, тем более взвешенным и обоснованным, более надежным будет наше суждение. И опять же, если мы сталкиваемся с тем, что при таких архитектурных изменениях имеется умеренно ли тяжелая атипия, все в тех же более чем нескольких меланоцитах, и проявление тяжелого кумулятивного солярного повреждения, тогда мы должны сказать, что это типический лентигенозный невус или злокачественная лентига, то есть лентига меланома, которая ассоциирована с вторым патогенетическим вариантом развития меланоцитарных образований, и в данном контексте злокачественная лентига или лентигенозная меланома, это эквивалент патогенеза, это нозологическая единица, это характеризует механизм развития этого образования и потенциальный спектр молекулярных нарушений, с которым мы можем в нем столкнуться. Кроме того, если атипия в таких образованиях умеренно ли тяжелая, и мы имеем повышение клеточности, неравномерность и в том числе пиджитоидное распространение, это конечно, признаки ранней поверхностно распространяющиеся меланомы на этапе инситу, в фазе радиального роста. Это, как правило, все-таки более пожилые пациенты. И у нас нету таких признаков тяжелого солярного эластоза. Сложный лентигенозный невус. Собственно, это то же самое, что и юнкциональный лентигенозный невус, только в сочетании с наличием хорошо сформированного симметричного дермального компонента с признаками созревания, без каких-то признаков АТП в пределах дермального компонента. Это хорошо сформированные уже юнкциональные гнезда, которые симметричные, равномерно расположены, круглые и так далее. И опять же мы должны здесь оценить наличие и степень тяжести цитологической атипии, наличие дополнительных признаков, которые позволят нам в таком контексте склониться к диагнозу либо поверхностно распространяющейся меланомы, либо исключить его, либо к меланоме лентигенозной. И в возрастской классификации есть такая категория, как НЕВУ с архитектурными нарушениями и минимальной цитологической атипией. Это... Вообще классификация она славится тем, что в ней целая масса терминов и определений для пограничных промежуточных образований. И это, собственно, термин, который предлагается использовать для мелодистарных образований, которые не укладываются в первую очередь в количественные критерии, которые предложены для диспластического невуса. То есть это образование меньшего размера, это образование с low-grade цитологической АТПА, это образование, когда плотность атипических меланоцитов по степени плотности, либо по протяженности не достигает порога, который определен, для диспластического невуса. В таких ситуациях мы можем назвать это образование с архитектурными нарушениями. Оно, конечно, сопряжено с минимальным риском неблагоприятного течения. Вот, собственно, один из примеров. Здесь дополнительно мы можем видеть, что это не очень хорошо ориентированное образование. В связи с чем мы не видим, мы видим такую вот, собственно, какой-то хаос из сосочков, потому что а, с ориентацией у нас были проблемы. Мы видим вот здесь вот а, какие-то более крупные гнезда, которые э, хочется назвать расположенными в дерме, но вероятно это все-таки а, сосочковый слой дермы, а не ретикулярный слой. Просто это образование тангенциально срезано, потому что здесь есть более мелкие дермальные меланоциты, более мелкие гнезда, которые являются проявлением созревания. Вот у нас нету такой плотности юнкциональных меланоцитов, которую необходимо иметь для того, чтобы назвать образование дисмопластическим невусом. То есть она имеется фокально представлена, но ее нету на протяжении одного квадратного миллиметра, и это образование меньше 4 миллиметров, поэтому оно не соответствует количественным критериям диспластического невуса и может быть названо невусом с архитектурными нарушениями. Злокачественная лентига или лентигенозная меланома – это, собственно, злокачественная опухоль, которая относится ко второму патогенетическому варианту. Как правило, это опухоль пожилых людей, которые развиваются на коже, подверженной хронической инсоляции. При наличии других неблагоприятных факторов внешней среды, злоупотребления загаром или солярием, эти образования могут выявляться и в других локациях, но для них является облигатным наличие выраженного солярного эластоза. Как правило, сопровождаются они атрофией эпидермиса и уплощением эпидермальных сосочков, хотя бы на каком-то протяжении. И здесь, опять же, у нас есть количественный критерий. Это увеличение числа базальных атипичных меланоцитов с формированием пролиферата, протяженного на участке более полумиллиметра. Возможен пиджитоидный рост, но, как правило, он незначительный. Могут быть неправильно распределенные, неправильной формы, как правило, не крупные гнезда, хотя по мере прогрессии образования они могут быть более крупными, может развиваться уже дермальный компонент, инвазивный компонент этого образования. И мы видим один из критерий, это мономорфная цитологическая атипия. В диспластическом невусе у нас был порог более чем в нескольких меланоцитах атипия. Это говорит о том, что нередко эти изменения, и это действительно так, они фокальные, они ограничены частью образования или группой меланоцитов. Если же мы сталкиваемся с мономорфной на большем или на всем протяжении образования АТП, в том числе умеренной, как в гнездных, так и не гнездных функциональных меланоцитах, то это, конечно, гораздо более тревожный признак. И тут необходимо искать какие-то дополнительные факторы, которые позволят нам подтвердить диагноз меланомы. Кроме того, возможно, нередкого вовлечение структур придатков и в том числе наличие атипичных многоядерных меланоцитов. На это тоже имеет смысл обратить внимание, потому что в некоторых старых руководствах, в том числе отечественных руководствах, как бы фигурировала мысль, что многоядерные клетки являются признаком доброкачественного образования. Это, конечно, на сегодняшний день исключено. Но мы, безусловно, должны понимать, что это должны быть атипичные клетки с признаками цитологической атипии с учетом тех количественных критериев, о которых мы говорили несколько раньше. Вот, собственно, пример. В силу того, что, опять же, у нас есть, помимо качественных степень их надежности можно обсуждать, еще и количественные критерии. И понятное дело, что мы можем неизбежно столкнуться с образованиями, которые не соответствуют всем обозначенным критериям, то мы можем, в общем, воспользоваться э, опцией и э, выдать описательное заключение, э, обозначить невозможность объективно оценить Степень злокачественности, но и невозможность категорически исключить наличие меланомы инситу по типу злокачественной а, лентигенозной меланомы, то есть это отсылка к тому патогенезу, к тому патогенетическому варианту, а, который мы можем в этом контексте наблюдать. Это, собственно, один из, а, один из вариантов так называемого сампуса или а, образования с неопределенным потенциалом злокачественности поверхностного. Также есть критерии, в том числе количественные для поверхностно распространяющейся меланомы инситу. Это, с одной стороны, должно облегчить нам жизнь, патологам, но в первую очередь призвано, конечно, повысить степень сходимости заключений. И опять мы видим, что этот критерий это пол квадратных миллиметров, это протяженная пролиферация, степень атипии может быть от умеренной до тяжелой. И здесь мы видим уже это возможность наличия одного из признаков. Не обязательное наличие обоих, а возможное наличие одного из перечисленных здесь критериев, потому что это может быть... При отсутствии протяженной пролиферации типичных меланоцитов просто восходящее интраэпидермальное распространение или пиджитоидный рост меланоцитов также э, на участке, который превышает размеры фокуса. Потому что мы знаем, что фокальное восходящее распространение меланоцитов может быть в разных образованиях меланоцитарных, в том числе и в доброкачественных, чаще, скажем, в шпицоидных, и в образованиях пограничных не является достаточным или надежным критерием для того, чтобы выставить диагноз меланомы. Но когда эти изменения протяженные и они выявляются за пределами там центральных частей образования либо асимметрично как-то расположены, это, конечно, может быть достаточным для того, чтобы столкнуться в сторону меланомы. Кроме того, это могут быть крупные неправильные национальные гнезда разного размера со слиянием из вариабельной ядерной ATP и с в целом асимметричным образованием. То есть это так называемая гнездная меланома. опять же, мы видим, что ядерная атипия может быть разной. И это возвращает нас к вопросу относительно цитологии, да, относительно возможности цитологического исследования в плане дифференциальной диагностики и вообще в диагностике невусов в первую очередь. То есть вот такая вот степень гетерогенности, которая, собственно, не то, что допускается, она постулируется современными рекомендациями и теми критериями, которые есть для морфолога в плане и установки диагноза диспластического невуса и злокачественных мелоцитарных образований. И та этапность патогенетических изменений и накопление мутаций, накопление цитологических и морфологических изменений по мере развития образования. То есть это все купе с возможной атипией low grade в меланомах в злокачественных приводит к тому, что, конечно, возможности цитологии в дифференциальной диагностике таких образований ну, отсутствуют практически, мягко говоря. Вот Понятное дело, что цитологам это не понравится. <с> вот, ну, пожалуй, максимум, что цитологи могут сказать, что это меланцитарное образование. То есть, если речь идет о э, разли... ну, задаче, стоит отличить меланцитарное образование кожи от образования другой природы, то здесь да э, цитология может эту задачу решить. Что же касается Определение потенциала злокачественности сама по себе традиционная банальная цитология на этот вопрос ответить не может, в силу того, что она не может оценить архитектурные изменения, и в силу того, что ядерные изменения сами по себе не являются достаточным и надежным критерием злокачественности. Потому что, с одной стороны, у нас есть реактивная ядерная типия, в том числе до тяжелой степени, а с другой стороны, у нас есть новоклеточные меланомы, которые могут иметь минимальную ядерную типию. Но у цитологии в этом отношении есть определенный потенциал, потому что это способ получения клеточного материала для того, чтобы охарактеризовать его с точки зрения молекулярных перестроек. В этом отношении, в сочетании с современными методами молекулярной генетики, цитология, пожалуй, может быть использована в при наличии определенных показаний, если есть необходимость определить потенциал или риск неблагоприятного течения для данного конкретного образования. Потому что, как мы уже говорили, даже если мы вернемся к диспластическому невусу, то риск малигнизации конкретного образования диспластического невуса, он невысок. Но наличие многих диспластических невусов у одного пациента ассоциировано с более высоким, чем популяционный, риском развития меланомы. То есть это несколько другая история, и здесь нужно понимать, какие задачи стоят перед исследованием. Ну собственно, поверхностно распространяющаяся меланома. Надо сказать, конечно, пару слов о этих пограничных или промежуточных категориях, которые внедрены в нынешнюю классификацию. И, собственно, один из них – это сампус. Это поверхностно распространяющееся меланцитарное образование с неопределенным потенциалом злокачественности. То есть это образование с разными проявлениями архитектурной атипии, с высокой либо умеренной цитологической атипией, которая не позволяет исключить меланому инситу, но не соответствует всем тем критериям, которые, как мы уже показали ранее, для этой а, нозологической единицы существует на сегодняшний день. Мы можем использовать вот этот вот а, термин. И а, как уже упоминалось сегодня: в рамках классификации МПДХ мы можем выставить класс, который. А, Позволит клиницисту сориентироваться относительно того, какова может быть или должна быть в этом контексте его тактика. Собственно, определение эм, сампуса – это поверхность атипичной минуцитарной пролиферации. Видите, что по определению здесь отсутствует туморогенная вертикальная фаза, хотя э, дермальный компонент может присутствовать в таких образованиях. И на что, собственно, необходимо обратить внимание, и о чем необходимо патологам помнить всегда, то, что вот все те критерии, о которых мы говорили сегодня вот, в течение нескольких часов, они очень сложно применяются в контексте нескольких образований. Это рецидивный невус, травмированный невус, это недавнее ультрафиолетовое повреждение, либо механическое повреждение, то есть различные реактивные процессы травмированные. То есть в этом контексте эти критерии линейно не работают. То есть мы все равно, все те инструменты, которыми мы на сегодняшний день обладаем, должны применять в контексте, в контексте клиническом, и в контексте анамнестическом. Только тогда мы сможем, собственно, эффективно решать задачи, которые перед нами стоят. Вот это пример травмированного невуса. То есть здесь была довольно глубокая травма. Мы видим остатки глубокого дермального компонента резидуального, зону фиброза и полностью восстановленный эпидермальный компонент в проекции дермального компонента. При этом мы видим, что уже с полета наблюдается архитектурная атипия, потому что а, разной ширины эпидермальные сосочки, разной длины эпидермальные сосочки, разного размера юнкциональные гнезда, местами они сливаются. Если мы а, посмотрим несколько ближе, то здесь есть в том числе и а, проявление цитологической атипии вплоть до умеренной, в том числе в дермальном компоненте мы можем наблюдать меланоциты разного размера, формы, там у отдельных из них гиперхромные ядра, что, вероятно, является проявлением дегенеративной атипии. Мы видим неравномерную пигментацию, отложение пигмента в гемосидорофагах, в, в меланофагах в пределах вот этой зоны фиброза. Разного размера гнезда, в том числе в рекуррентных, рецидивных и травмированных невусах могут встречаться метозы, даже в дермальном компоненте. Это, конечно, существенно осложняет дифференциальную диагностику и как уже было сказано, не всегда бывает легко собрать у пациента анамнестические данные относительно потенциального или реального травмирования образования. Конечно, если речь идет о хронически травмированных образованиях, либо когда это была какая-то тяжелая травма, ну, как судя по всему, вот здесь довольно выраженный фиброз, то это несколько проще. Но, тем не менее, об этих образованиях нужно помнить, и нужно помнить о том, что не всегда и пациент, и клиницисты знают о том, что была травма. Если же у нас нету данных относительно травматизации. Мы видим атипию, либо наличие метозов не только в юнкциональном, но и в дермальном компоненте, но изменения не достигают той степени выраженности или пороговых значений, в том числе субъективных, которые необходимы, чтобы назвать образование меланомой. Мы можем использовать диагноз меланцитарной опухоли с неопределенным потенциалом злокачественности. И, как уже было сказано, имеется, в общем, инструмент, который вполне реально эффективно можно использовать в клинической практике для того, чтобы повысить степень взаимопонимания между клиницистами и патологами, потому что нынешняя классификация, классификационная схема, она, конечно, с точки зрения биологии и с точки зрения идеологии более релевантна, чем предыдущая. Но с точки зрения клиники она сложна, неудобна, она непонятна, потому что клиницистам очень тяжело разбираться в отличие описательного характеристики от нозологического наименования. И, может быть, пожалуй, им и не нужно в этом разбираться, в этом должны разбираться патологи, чтобы не путаться самим и не путать своих коллег. Вот. И наша задача обозначить для клинициста патогенетический путь или патогенетическое направление, в котором развивается моноцитарное образование и степень его потенциальной злокачественности. Даже если это промежуточное образование, либо пограничное, мы можем на основании имеющихся у нас морфологических признаков выставить класс, который позволит клиницисту спланировать свою тактику в зависимости от того, в каком объеме было выполнено исходное вмешательство. Спасибо за внимание.